Эта авария произошла на Крылова в 12 часу. Водитель МАНа двигался в сторону Минской на разрешающий сигнал светофора. Вдруг ни с того ни с сего, утверждает мужчина. На красный вышел молодой человек. Шофер попытался избежать столкновения. Как итог, снес забор и вылетел навстречу. Грузовик лег на бок вдоль пешеходного перехода. У автомобиля повреждена правая сторона. Искорежен кузов, вдребезги разбито окно. Плюс вытекло топливо. Пожар предотвратился. Сотрудники МЧС. На дороге остались следы пены. Светофор на этом участке не автоматический, а с кнопкой вызова. Он позволяет не останавливать поток машин, если нет желающих перейти дорогу. Дождался ли парень зеленого, пока загадка. Пока мы не будем давать никакие комментарии, не, пожалуйста. Человек не может сказать, не надо это. Мы сами еще не можем разобраться. ДТП заблокировало движение в сторону зеркалки на несколько часов. Известно, что грузовик перевозил доски. В результате удара они разлетелись в щепки. Зрелищное ЧП собрало немало очевидцев. Я во дворе сидел, услышал грохот и подбежал сюда, и все. Машина уже лежала. Все службы, как положено, приехали. Несмотря на впечатляющую картину, обошлось без жертв. Пешехода пронесло, а водитель отделался легким испугом. Сейчас госавтоинспекция проводит проверку. Если вам известны обстоятельства ДТП, позвоните по номеру 71 55 55. Ольга Васинда, Максим Галионко, Бобруйск 360.